Электросамокат Курус Z10X – это спортивный стиль для городских условий. Шоссейная резина, мягкая амортизация и высокая скорость за счет полного привода являются основными преимуществами данного электросамоката. Начнем с руля и управления этого маленького гоночного болида. С левой стороны руля – замок зажигания с вольтметром. С правой – две клавиши включения эко-режима и полного привода. Также здесь установлен курок акселератора с цветным бортовым компьютером. Рукоятки механической дисковой тормозной системы расположены по обе стороны. Справа – рычаг переднего тормоза, слева – заднего. Присутствуют стоп-сигналы. Что касается освещения, кроме габаритных огней здесь ничего нет. Да и не нужно, ведь данная модель предназначена для поездок в светлое время суток по ровным дорогам. Складной механизм руля отличается от предыдущих моделей. Центральная муфта надежно фиксирует рукоятки, и сила фиксации способна устранить любой люфт. В комплектации идет подпружиненное сиденье, но насколько оно востребовано, судите сами. Посадка довольно низкая, как по мне, так таким самокатом гораздо комфортнее управлять в положении стоя. Габариты Z10X вы видите на экране. Максимальная нагрузка составляет 120 кг, а собственный вес электросамоката не превышает 40. 10-дюймовые накачиваемые колеса в совокупности с двойной системой амортизации маятникового типа на переднем и заднем колесе способствуют повышенному комфорту поездки. Общая мощность 2400 Вт, максимальная скорость до 65 км в час. Запас хода благодаря встроенному 52-вольтовому аккумулятору на 23 400 мАч достигает 60 км на одном заряде, в зависимости от испытываемых электросамокатом нагрузок. Технические характеристики и цену Курус Z10X на момент съемки видеоролика вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. С вами был Роман, эксперт по электротранспорту и электросамокат из магазина «Гиросмарт». Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Впереди еще очень много интересного. Trying to beat the goal.